Приют для бездомных больных питомцев в городе существует уже более года и имеет спрос среди активной части населения, в частности, в кругу молодежи, помогающей в уходе за животными. Питомник был сооружен силами волонтерского движения с помощью активистов сети интернет. Как отметили активисты, отсутствие опытных ветеринаров в городе сказывается при оказании необходимой помощи питомцам. Большая трата времени и потери жизни животных возникает из-за перевозки больных в столицу республики для оказания жизненно необходимой помощи от квалифицированных специалистов. Многие считают, что это наша прямая обязанность забирать всех животных с улицы. Ну, есть люди, которые, конечно, помогают. Очень много людей есть, которые нас поддерживают. Люди, которые нам помогают. Есть люди, которые забирают на передержки. Немало животных мы пристроили в добрые руки с хосписа. По-разному, но больше поддерживают, конечно. За животными следует ухаживать ежедневно, так как у них есть определенные заболевания, для которых необходимо бдительное внимание, отмечают волонтеры. Нужно проводить время с питомцами, кормить и проводить в порядок клетки. По словам активистов, в городе отсутствуют какие-либо условия для их содержания. Кроме того, как отмечают волонтеры, существует острая нехватка ветеринаров. Совсем недавно в хоспис поступили две лисички, попавшие в капкан. На данный момент лисы идут на поправку. У обоих лисят передние лапки были просто тряпочку. У этого были повреждения просто сухожилия. После назначения врача они у него зажили неплохо. У того до сих пор вот одна лапка никак не можем установить. Именно мы делаем лечение необходимое. Этот лисенок у нас более ручной. Тот, правда, немного еще напуган. На сегодняшний день в хосписе находятся 6 кошек, многие из которых не в состоянии самостоятельно передвигаться, поскольку поврежден позвоночник и не работают задние лапки. Материальную помощь в содержании питомцев оказывают добровольцы и волонтеры города, открывают сборы на лечение животных в социальных сетях. Пария Уманханова выразила благодарность от всего волонтерского состава за активное участие молодежи Хасавюрта в сфере деятельности приюта, а также пожелала всем относиться к четвероногим друзьям доброжелательнее. Бурлия Цамбиева, Тагип Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».